Здорово, ребятки! Здорово, ребятки! На канале Грозава! О, привет! Гор, мы с тобой оказались в тюрьме! Ты представляешь, а кто нас посадил в тюрьму? Тревожность! Точно, смотри, вон ходит тревожность! Надо спросить хоть за что. Эй, тревожность, ты за что нас посадила в тюрьму? Вы ходили возле моего дома рядышком, и я так сильно растревожилась, что всех сажаю в тюрьму, кто ходит возле моего дома. Эй, слушай, Егор, она вообще с ума сошла. Она реально всех, кто проходит возле ее дома, садит в тюрьму. Ты что, в туалет решил сходить? Эй, не смотри на это! Егор, нам нужно делать ноги отсюда вас срочно. Ну а ты усаживайся поудобнее, мы с Егором начинаем. Погнали! Нам нужно срочно делать ноги, куда пойдем. Тут есть какая-то лестница, и стрелка показывает в эту сторону. Как ты думаешь, может здесь проход? Да. О, прикольно. Ладно, погнали. А где мы с тобой, интересно? Вау, оказались. Прикольно. Это что, какая-то игровая комната? Наверное. Не знаю. О, суперкар. Где? Суперкар. Слушай, на нее покататься можно? Наверное, за робуксы. Да, 300 робуксов практически, ребятушки. Круто. Егор, а что тут нужно дальше делать? Погодь. Кирычок. Где? Да вот рычаг. А, точно, такой невидимый. Ты меня подожди, слушай, я не хочу с ней оставаться. С этой желтой оранжевой сущностью под названием, как ее зовут? Тревожность. Да, я не хочу с ней, потому что наберусь от нее тревоги, мне потом еще плохо станет. Ты где там? Ты убежал? Ну. О, ты меня испугал. Фу, тихо. Ты от меня далеко не убегай, потому что ты реально стромно. Вот она. Подожди, подожди, подожди. Она меня пока не заметила. Нет, она меня заметила. Она меня заметила. Ёкарный бабай. Валим, 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 валим. Ух, тихо, 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 тихо. Фух, супер. А что здесь написано? Я не знаю, тут написано, найдите инструмент взрывчатки на карте и откройте дверь, чтобы спасти ваших друзей. Я уже у меня был. Подожди, а где ты нашел? Под лестницей, за лестницей. А, точно. Стоп, 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 подожди, она меня заметила. Мне нужно выждать время. Подожди, она идет за мной? Пока нет, она не идет за мной. Вот этот динамит. Взяли. Отлично. Идем спасать наших друзей, ребята. Идем спасти нужно обязательно. Без них просто никак. Мы не можем их оставить здесь, да, Егор? Да. Да, идем за ней. Подожди, а как ты его... А, вот, ребята, мы взрывчатку оставили. Я вратился. Да ладно, как? О, смотри, я тоже спас нашего друга. Замечательно. Знаешь, как этого друга нашего зовут? Это же зависть. Это зависть, да, ребята, мы освободили зависть. Но зачем мы это сделали, я не знаю. Куда она пошла по трубам? Эй, ты куда? Так, ладно, давай еще одного освободим. А, подожди, это та же самая зависть, в принципе, да? Подожди, их что, две, что ли? Ну, в общем-то, ребятки, ладно, мы идем дальше. Ты можешь даже превратиться в зависть, оказывается, Мофа? Да. А ну, да, я попробую. Я могу, смотри, превратиться вот в кого. Смотри, в грусть. Ты посмотри, я грусть, офигеть. Я тебе в вентиляцию. Смотри, я танцую. Я танцую. Ты гля, я танцую и убегаю от тревожности. Вот это круто. Я в тебя вжу... Зацени, ты зацени это. Да. Ха, класс. Я тебя вжу вентиляцию. Хорошо, ладно, Егорка, я иду за тобой. Я смогу, интересно, здесь прыгать, чтобы не упасть. Ладно, давай, буду пока что в роли грусти. Погнали. Интересно. Я не буду в роли. Хорошо, договорились. Ты вот здесь прошел, да? Да. Иду за тобой. Вот это я здоровый. Я еле-еле помещаюсь здесь по этим туннелям. Опа. Хайом. Хайо, май браза. Так, подожди, а где я оказался? В туалете? Так. Вот сюда. О, здесь лопата. Тут можно делать подкоп. Ладно, давай начинаем. Я делаю подкоп тоже с тобой. Блин, я такой здоровый, не могу здесь нормально поместиться. Но я сделал подкоп. О, шарики. Я вернулся в свое нормальное состояние. А найди на меня. А, не знаю, сейчас я тебя буду искать. Ты заметил, сколько тут шариков внизу? Да. Интересно, в них можно поиграть? Эй, я сзади. Где ты? А, ты спрятался, вот здесь я тебя заметил, нычки. Окей, ладно, погнали дальше, нам нужно валить срочно из этого места. Я первый иду. Пока вот эта тревожность нас не нашла, мы можем превратиться в тревожность. Сколько это стоит, давай проверим. Это стоит 320 робуксов, там есть, если честно, как по мне, сильно дороговато. Фу, воняет туалет. Какой туалет, ты где? Надо идти, я хочу в туалет идти. Точно, ты туалет пошел, ну давай посмотрим. Ух ты, тут проход есть. Офигеть, мне нравится. Я раньше на такой карте ничего подобного не видел. Опа, тихо. Какой-то ледяной шар, ты видел? Или с какой-то голубой лавой. Смотри, сейчас будет еще один катиться, ты можешь не успеть. А, ты походу не успел. А ты как ты выжил? Там
на стенке ходить. Можно по стеночке, ты выживешь? Да! Фух, я в самый последний момент успел. Ладно, погнали дальше с тобой, посмотрим, что там будет происходить дальше. Это что-то за яйцо такое. О, ты посмотри, кого я нашел. Это мост? Или что это? Блин, ребята, я не знаю, чем мы находим такое. Какие-то картинки прикольные. Она хочет нас ловить? Ты знаешь, что это такое? Это зависть. Мы ее отпустили, она хочет нас это ловить. Это зависть. Мы ее отпустили, она словить хочет. Да ладно, нам нужно срочно включить вот этот механизм, пока она меня не словил. Она мне хочет словить, она мне хочет словить. Ёкарный бабай меня словили. Поэтому сейчас я еще разочек попытаюсь включить этот механизм. Так, я его включил. Теперь она за мной гонится. Я убегаю, бегу. Ты уже убежал к лестнице? Да. Стой, подожди меня. Не оставляй меня одного. Фух, я справился. Вон она меня пытается догнать. Егор, ты где там? Уже наверху? Да. Погодь. Сейчас я почти. Фух, а вот и радость. Радость моя. Я спрятался. Да, я вижу, но тебя все равно видно. Ладно, погнали дальше. Так, тут нужно кнопочку первым делом нажать, иначе будет ловушка. Вот она. О, мы ее ударили. Ты куда? Я вижу, как ты просто левитируешь в воздухе, как будто летаешь. Егор. Смотри, да. Смотри на мой экран. Да. Прикольно. Ладно, погнали дальше. Сейчас будет у нас энергетический напиточек. Ты готов? Давай гонки. Подожди, давай гонки устроим. Давай, давай. Подожди, бежи. Ты готов? Давай. Раз, два, три, погнали. Вау. Я тебе вроде как первее. Нет. Ты меня догонишь? Я впереди. Нет. Нет, ты меня не догонишь. Нет, я впервые. Так как ты можешь быть впереди? Ты меня вроде еще не... экран. Да ты меня еще даже не перегнал. Как, подожди? Ты меня перегнал, ты меня обдури! Я упал, нечестно! Ну что нечестно? Нечестно! Да ладно, все честно. Почти на финише ты там упал, но молодец, ты снова с нами. Погнали, я за тобой, погнали по этой лестнице вверх. Все-таки нужно свалить от этой тревожности, от греха подальше, пока она мне тревогу и тебе не нагнала, правильно? Угу. Так, стоп, погоди, нам вроде нужно сюда идти, в кладовую, да? Так, мы включаем вот эту кнопку и берем вот эту вот стремянку. Только не мешай, я первый. Ну хорошо, ладно, я после тебя, ты как раз мне люк откроешь. А ну погнали. Телефонный центр для посетителей в тюрьмы. А, ребята, все понятно. Так, я ставлю так. Подожди, Ты не мешаешь. Да подожди, сейчас вот я ее поставил. Сейчас, стой. Отлично, я теперь ставлю свою стремяночку. И теперь мне нужно залезть. Вот так вот, отличненько, я иду за тобой. Где мы там оказались? Где мы? О, это что такое? Это что такое? Это вентиляция, которая нас все время пытается сдуть. Осторожно, идем. Ты уже прошел здесь или нет? Или ты сзади меня? О, ты сзади меня, здорово. Я тебя погнал. Егор, а что это за яйцо такое? Там походу, будет, там, походу морф будет, да? Сколько этих яиц, интересно, по карте? Отличненько, отлично. Взяли мы морф. А что у нас тут будет происходить дальше? Наверное, будут трубы, да? Да. Отлично. Давай, откуда погнали. Ты все знаешь? Да я уже эти карты знаю наизусть. Они, в принципе-то, похожи. На баре! Да, на баре, да, только они переделанные все. Ты же сам это знаешь. Окей, ладно, погнали дальше. А, вот, нам нужно вот этот синий дым перекрыть. И первый ветер, я иду сюда перекрывать. Отличненько. Перекрыл. Давай, кто первый перекроет? Давай. Давай. Я первый перекрыл. Ты перекрыл уже хоть какой-нибудь? Я уже второй. Блин, я завтыкал. Я завтыкал. Блин, ты опять, наверное, выиграешь. Так, оно стоять. Стоять. Блин, я чуть не упал. Стой, Егор! Нет! Даю! А, погоди, ты упал? Да. А, у меня остался последний, я сейчас пойду там первый. Да-да-да. Да-да-да, Егорка. Да нечестно! Да, детка. Да нечестно! А что нечестно? Честно! Давай, Егорка, погнали, у нас с тобой все получится. Давай, ты первый, я за тобой буду идти. Ты что упал? Ты что упал? Не знаю. Ты зачем это сделал? Ладно, догоняй меня потихонечку, я буду тут прокладывать путь. О, я нашел здесь туннель, вытяжку, куда можно пройти дальше. Ты идешь? Да. Ты давай, на перегонки, кто первее? Ой. Мяу, мяу. Я первее. Сейчас еще будет, осторожно, приготовься. Я буду первее уже. Да ладно. Да блин. Да что ты так торопишься? Опять я по игру. Ты почти был у цели. Так, ладно, сейчас. Фух, отлично, это было непросто. Ребятушки, также не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, а мы продолжаем. Ну что, Егорка, отлично, наконец-то ты здесь. Давай, погнали дальше, будем сваливать из этого стрёмного места, из этой стрёмной тюрьмы. О, опять тут вентиляция. А куда нам нужно идти-то? Я ничего не вижу. Вентиляция. А, вот сюда, что ли? А ну, стой. Погоди меня, погоди. Ты далеко не убегай, меня одного не оставляешь, же мне одного стрёмно тут.
А, подожди. О, смотри, что я нашел. Еще яйцо. О, я нашел морфрадость. Отличненько. Смотри, кто в коридоре, Егор. Ты знаешь, кто это такой? Да. Кто это? О, я еще какой-то морф нашел. Сейчас попробую превратиться тоже в этого морфа. Ну, экипировать. О, смотри, какой стрёмный, прикольный. Так, страх меня тоже увидел и пытается меня догнать. Валим, 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 валим. Страх, я сам страшный, отцепись от меня. Так, 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 тут есть где-то едозука, надо брать ее срочно, берем, берем едозуку и валим. Блин, он меня гасит. Отвали от меня. Я убил. Отвали, отвали от меня. Я уже убил его. Я уже понял. Фух, отвали от меня. Ух, осталось чуть-чуть. Отлично, я тоже его завалил. Ладно, иду к тебе. Ты где там, Егорка? Ты прячешься? Да. Ты где-то здесь, я знаю. Здесь есть едозука тебя. О, мы с тобой одинаковые. Погнали, 3, 2, 1, кто первее? Не понял. Чё я не качусь? Сейчас, подожди, подожди, я почему-то... О, наконец-то я вернулся. Ты думай, смотри, как я поднимаюсь. Где я? Покажи. А вот яйцо. Да, сейчас возьмем морф. О, вот я рад. Я тоже буду сейчас радостью. Подожди, я тоже хочу быть радостью. Сейчас, 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 сейчас. Посмотри, как я поднимаюсь. Ага, прикольно, да-да-да. Я вообще смотрю, у меня даже ничего не двигается. Я просто по стене вот так вот как будто взлетаю. Супер, погнали дальше. Так, что у нас тут? О нет, Егорка, тут у нас ждет подстава. Ой-ой-ой-ой-ой. Подстава. Подстава, подстава жесткая. Ты жив? О, нет, 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 еще чуть-чуть, бы я умер бы. О, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Не хочу я. О, все, 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 прошло отлично. Замечательно. Тут мы прошли с тобой и идем дальше. Давай, пошли уже. Ну что, я вернул свой прежний облик, погнали дальше. Скоро чувствую, что у нас уже будет финиш. О, еще одно яйцо, Егорка. О, яйцо. Давай посмотрим, что оно. О, какой страх у нас стрёмный, офигеть. Это на злость. Да-да-да, ну точно злость, перепутал чуть-чуть. Так, забери здесь свои доски для того, чтобы там сделать мост, окей. Так, я взял, погнали. Ни одной хватит. Давай, кто первее сделает, давай. Тут ты победил, давай. Опа, раз, я сделал. Так, так, так. Так, так, подожди, 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 подожди меня, блин, нет, я застрял, мне придется погибнуть, ты выиграл, Егор. Ну, наконец-то хотел бы один выиграть. Ты молодец, стой, подожди, там скоро у нас, наверное, будет босс, я сейчас заберу еще вот эту доску и попытаюсь сделать быстренько, быстренько, вот так мосточек. Все-таки поспешишь, друзей насмешишь, погнали, еще раз, взял, так, все, вот так, почти. Осталось чуть-чуть. Егорка, ты веришь в меня? Ого! Погнали. Ну что, ребятушки, сейчас у нас начнется главарь, и мы с Егором попробуем его выиграть. Поставьте жирный лакос. Погнали, Егорка, кто у нас тут из главарей? Офигеть, ты посмотри, он у нас в виде робота. Офигеть, я просто в шоке. Отбиваю ему пушки. Все, я его убила. Это тревожность очень сильно растревожилась. Я все с ним. Я тоже. Взрывайся! Отлично! Слушай, о, тут у нас еще одно яйцо. Интересно, какой здесь у нас морф будет? Опа-на! Ты знаешь, кто это такой, Егор? Да, кто это? Кто это? Это у нас, не знаю. А, забыл, я тоже забыл. Ладно, погнали дальше, будем убегать от этой тюрьмы. Так, а где мы с тобой, подожди, где мы с тобой окажемся на этот раз? О, как мы с тобой далеко уехали, погодь. Эй! Подожди, 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 тут что-то про... Подожди, вертолет? Ты видел вертолетная площадка? Да. Погнали, быстро-быстро валим, пока нас тревожность не догнала. А мне мазука осталась. Давай, битва, тоже. Без битвы. Давай, давай, битва, точно, едозука. Битва. А что ты мне не стреляешь? Так, гамбургер, дай тебе еще гамбургер. Я стреляю. А я не вижу, кстати, что ты меня стреляешь. А я вижу. Давай, кто первее до вертолета. Эй, подожди, давай, подожди. На счет три, давай, давай, на счет три. Раз за три, погнали. Кто первее доберется до вертолета и свалит из этой тюрьмы. Тут надо быть крайне осторожным. Тут можно частенько вот так упасть просто. Подожди, я застрял. Ну что, ты готов? Давай, да? Раз, два, три, погнали дальше. Погнали. Нет, я буду первый. Да, я первый добрался до этого вертолета. Ты тоже молодец. Ну что, ребятушки, вот мы выбираемся из этой тюрьмы. По сути, смотрите, мы с тобой справились. Но у меня при этом базука-то сохранилась. Я могу дальше стрелять, ты посмотри на это. Офигеть. О, Егорка, смотри, мы с тобой оказались в холле выигравших, и тут еще одно целое яйцо. Интересно, что у нас здесь? А вот и сама тревожность. Я предлагаю прям в нее сейчас взять и превратиться. Давай это сделаем. Не надо, дядя. Я хочу превратиться. Не надо, дядя. Вот я тревожность. Не надо, дядя. Ну что,
что ж, ребятки, вот такое вот у нас забавное видео получилось. Да. Надеюсь, тебе оно очень понравилось. Нам с Егором очень было весело, поэтому ты не забывай подписываться на канал, ставьте лайкосики и увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока!